Татьяна Навка получила грант президентский, вот ровно-ровно из этого миллиарда, а 14 миллионов досталось Татьяне Навке. Она делает ледовое шоу, вот вы сейчас видите его фрагмент на льду, они танцуют, шоу называется «Руслан и Людмила», и показать она его хочет не где-нибудь, а в Луганске. Татьяна Навка, как мы знаем из декларации ее супруга Пескова, является очень-очень-очень обеспеченной женщиной, которая зарабатывает сотни миллионов рублей. И дарит ему часы, да? И дарит ему часы, между прочим, за 38 миллионов рублей. Но вот, видимо, она потратила все на часы, а на то, чтобы за собственные деньги, за деньги собственного бизнеса и так далее, или накопление личное, например, или как благотворительность показать свой собственный спектакль на льду в Луганске, у нее не осталось. Поэтому Татьяна Навка, вот вся эта обвешанная бриллиантами, прочими всякими вещами женщина, решила, что 14 миллионов она все-таки одолжит у нас с вами.